Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и мы продолжаем проходить мод The Final Nights. В прошлой серии мы с вами устанавливали хабы для митника. Так мы уже установили хаб в театре Ноктюр в Даунтауне, Metal Hand в Голливуде и Камикадзе Зен, точно, в Чайнатауне. Также мы купили новую броню, повзламывали некоторые компы в Skyline апартаментах и, кстати, вот вроде бы в прошлый раз броню купили, а я ее так вам и не показала. Вот весь прикол этой брони, я сейчас ее одела, глянула, и я вот не понимаю вот назначение вот этой вот черной штуки. Это у нее какое-то очень-очень кипельно-черное платье. А почему оно сшито с плащом? Не, ну вот смотрите, это ткань. Даже по анимации это ткань. А, вот уже не ткань. Давай. О, боже. Так, все, выходим. Кошмар. Анимация одежды в этой игре меня иногда просто убивает на повал. Я, кстати, не посмотрела, сколько у нас денег. Может быть, пойти еще книжечку купить. Он Акима. Почему бы и да? Ну, сейчас посмотрим, может, пойдем купим. Я забыла пойти установить камеры для эмали. Поэтому сейчас, наверное, мы туда и отправимся, чтобы порешать это задание и все. Также мы так и не зашли к Кэшу, поэтому к Кэшу надо будет зайти. Или мы к нему заходили. В общем, в любом случае, зайдем, посмотрим. Заходила я к нему или не заходила. По-моему, не заходила. Ну, мимо будем проходить, так что. Нормально, по дороге зайдем. Так, деньги. Деньги, деньги. 700, прошу прощения, 49. А почему у него книжки? Да, плащичек, конечно, вообще просто... Просто улет. Да здравствует хвост. Эй, Аким! Показывай, что у тебя есть, я не помню, почему у тебя книжки. Окей. Ладно. А у нас есть что продать? Конечно же нет, в прошлый раз все продали. Ладно, пойдем камеру устанавливать. Надо будет, кстати, кем-нибудь заесть. Не, я бомжом не хочу, они здесь все зараженные ходят. Можно было бы вот эту бабоньку, но она уж слишком палевно стоит. Точно, в том же переулке постоянно кто-то бродит. Ага, только не сегодня. О! Тореадорский красавчик. Блин, не допила. Смотрите, смотрите, вы это видели? Вы видели, сколько я ему оставила? Охренеть, он выжил! Кошмар, капец. Так, все, запомнили, его больше не трогаем. Он и так уже свое отслужил. Это ж надо было ему оставить буквально там даже меньше одной единицы. О май гад. Поехали отсюда. Ну. Глюкануло что-то слегка. Эй, ну не зависай только. Бо. Голливуд. Так, где у нас Lucky Star? Переоденься во что-нибудь путное. Опять про книгу Нода вещают. Да помню, я помню про нее.
Расслабься, игрушка. Текс. Сучка крашеная. Воу-воу-воу-воу-воу. Почему он здесь встал, а? Да ты бесишь меня! Взломай давай. Почему не могу? Ебать, он меня не заметил. Это ж надо было так, а он меня не заметил. Значит, обновилось задание. Да блин, давай компьютер. Чё ты не можешь компьютеру-то? Чё, на стол надо запрыгнуть, чтобы я могла зайти в компьютер? Камера. Мотор. Камера. Клеопатра. Камчек. Да, шикарно, она нашла три камеры и онлайн-банк. Да понятия не имею, какой пароль. Здесь пароли такие, как будто разработчики этого мода каждый бился головой о клавиатуру, чтобы придумать самый сложный пароль в мире. Честно говоря, что-то подобное у меня стоит на Wi-Fi, через который я сижу. Wi-Fi, конечно же, не мой. Упс, спалилось. Упс. Так, стоп, я не посмотрела, сколько денег пришло. Ай, ладно, потом посмотрю в ящике. Сваливаем. Да, чувак, конечно, четкий попался. Надо же, он прям рядом со мной стоял и меня вообще не заметил. Чё сейчас за звук был такой? Ну. Ясно, это было сохранение. Так, а кладбище у нас в какой стране? В той, по-моему. Надеюсь, они меня не спалят. Я не хочу идти снова к нашей любимой, неповторимой. О, меня чуть баба-то не спалила. К нашей любимой, неповторимой Сильвии. Жуткая крыса. Так, надеюсь, никто этого не видел. А то очень оригинально, блин. Стоит
Баба, не пойми в чем, одетая, и крысу жрет. Кстати, что тут у нас осталось после нашего квеста? Ничего. Только следы крови. Они даже ворота не особо помяли. Во, какие головожопики у нас. Хороший. Хорошее мясо. Хорошо работает. Андрюха говна не делает. А эти? И эти, в принципе, целые. Давайте-ка к нашему Ромеру зайдем. Я надеюсь, ты уже не хочешь меня убить? Я же не зомби. Окей. Привет. Moon comes up. Sometimes. Really? You will? О, так мы можем ему привести шлюху. Отлично. Удачно зашли. Ну, в общем, разговор был о том, что у него, в принципе, все хорошо. Восстает луна, встают из зомби. Ну, и как мужчине ему тоже надо иногда расслабиться. И он просит у нас девочку. Конечно, можно было бы предложить себя. Но Бали в образе Тремера это как-то не сексуально. Ну, значит, приведем ему девочку. Договорились. Как-то она очень резко упала. А девочка, напомню, у нас рядом с Lucky Star стоит. Странно, что нельзя какую-то другую привести. Почему-то надо именно ту. Они что, знакомы? Гэри! Гэри, я хочу с тобой поболтать, мне скучно. Ладно. Даже стакан не могу у него взять. Вот странно, что они вот здесь вот не могли вырыть проход побольше. В чем прикол? Помню, как-то раз были мы от аптеки Невис на экскурсии, не помню где, правда. И там нам веселая бабка рассказывала о том, почему в старину были очень... Почему дверь не открывается? Почему были очень... Окей. Очень маленькие двери. Все просто. Чтобы зимой не выходило тепло на улицу. Когда там кто-то ходит, выходит и так далее. Ну а сейчас-то у них здесь вроде бы даже не зима. И у них как бы подземелье, и они должны мало чувствовать зиму. Зачем у них здесь такие маленькие проходы? Чё, парень лама? Да. Посмотрим в ее невинные глаза. Привет. Ну, в общем, он... Да, она очень довольна нашей работой. И своей, конечно же. В первую очередь. Она же это все выглядела через камеры. Окей, давай награду. Что ты мне там дала? Понижение человечности. Спасибо за награду. Что? Всего 325? Ты раньше давала по 500. Спасибо, пока. Я с тобой больше не работаю. Так, что-то я хотела сделать, не помню что. Ну и хрен с ним, раз не помню.
Так, ну, наверное, сейчас пойдем приведем ему шлюху. И пойдем к Эшу. После вот этой охраны на кладбище почему-то так спокойно сразу стало. Такое ощущение, как будто тут вроде бы уже всех зомби поубивал. Больше здесь никого не должно быть. А до этого квеста как-то напряжно было. Где там наша шлюшка? Странно, вот, когда говоришь там вот этой шлюхе, типа того, что пошли на кладбище, там сторож кладбища хочет тебя. Странно, что она соглашается, хоть и не сразу. Чего-то я не понимаю. И что, нам теперь можно любую бабу брать в красном с черными волосами? Мужик болтает. Вон она, по-моему. Hey, да, вот, это она. Да, конечно, я хочу провести с тобой вечер. Но только не совсем я, мой друг. Okay, I'll play alone. Хорошо, я поиграю в твою игру. Что за друг? Он смотритель кладбища. No way am I going in there. Ну, по ее реакции сразу понятно, что она не согласна изначально. Ой, послушай, там все в порядке, все безопасно. Нет никаких там ходячих мертвецов, которых ты наверняка видела в каком-нибудь фильме, типа зомби-апокалипсиса. А вдруг я маньяк? Она так спокойно вообще согласилась. Пришлось бабу ему везти из другого части Голливуда. Ты бежишь за мной? Ну да. А когда бежит, у нее это. Юбочка поднимается. Прелесть какая. Я так понимаю, на такие пробежки она тупо не рассчитывала. Ну извини, детка, я уж привык бегать. Потому что у нас вампир, как бы, ну, он несдыхаемый. Ему-то дыхание само по себе не нужно. Дыхание вампирам нужно только для того, чтобы разговаривать. Ну или чтобы поприкалываться. В любом случае, если они вдохнули кислород, выдыхают они тоже кислород. Зачем я нажала Е? Если кто-нибудь... О, она за мной как бы идет, да? А, если вы читали от меня про читашечки мои... Ну, мое позорное чтение из плейлиста. Если слушали эти, скажем так, назовем их так, видеозаписи, пока я не могла писать прохождение, я все жду, пока она сюда упадет. Так вот. То там, вон, в прочтении видения кланбуку Ла Сомбра, там была такая фраза от Эндрю, которого в итоге обратили. Типа того, что потом я заметила, что голос не останавливается, чтобы сделать вдох. При этом я тогда, ну, достаточно громко делала эти вдохи. Мне пришлось это все потом редактировать, чтобы вам было не так сильно слышно. Я думаю, и здесь же там голос не останавливался, чтобы сделать вдох. Hey, very nice. What can I give you for the assist? Sure, here you go.
Да, нам опыт, нам деньги. Ну, он типа того, что: «О, спасибо, а чем я могу отблагодарить?» Я ему: «Мне деньги, пожалуйста». Он: «Окей, вот тебе 50 баксов. А чё так мало, мог бы сотню дать?» Окей, это... Развлекайтесь. А, вот сотню дал. Я еще что-то на него жалуюсь. Окей, вы это там. Ну, вам, наверное, слышно, да? Окей, не будем им мешать. Хотя, знаете что? Разоблачение нашего Ромеро. Он ничего не делает. Куда ты дел девушку? Ты ее что, похоронил, что ли? Да, вальный какой, смотрите-ка. Че ты от меня отходишь-то? Дай на твою рожу посмотреть. А где у тебя эти звуки, мне интересно? С телевизора, что ли? Ой, ладно, все, не будем ему мешать, короче. Издавать звуки, не открывая рта. Причем одновременно и женские, и мужские. Как он это делает, мне интересно. Теперь уже можно и кэш уйти. Так, Аэш у нас... Аэш у нас где-то здесь. А, вот он. Аспхол. Который я часто-то называю Апсом. А не Аспом. Ну, неважно. Мы заходим сюда и пытаемся понять, куда делся Эш. Если он там есть, значит, мы к нему еще не приходили. Так, если здесь есть часы, значит, я вообще сюда сегодня еще не заходила. О, охотник. Значит, точно не заходила. Какой ты стрёмный, а. Громко. Однако, я что, могу потанцевать? Я могу танцевать? Мне показалось? Или не показалось? По-моему, показалось, но, по-моему, там было какое-то действие. Да, поболтать со шлюхой. Совсем забыла. Я еще совсем забыла, что это не шлюха. Окей. Эш. Эш, я теряю мысль. Слишком громкая музыка. Интересно, вы меня слышите? А, так, ну это у нас тут кто? Это имеет значение? Имеет? Ты кто? Подождите пару секундочек. Так, прошу прощения, меня тут отвлекли. Ну-ка, давай, скажи мне, как тебя зовут. Ash, он Эш. Эш Риверс. Ну, кстати, когда мы начали с ним болтать, музыка стала поменьше. Уже лучше. В общем, у Эша, у нашего, есть одна проблема, да. И эта проблема называется охотники. Охотников здесь дофигища. Да вообще Голливуд как-то, ну, отличается по содержанию охотников. Даже Чайнатаун не такой опасный, кажется, как Голливуд. Ну и он не может выйти из этого клуба, потому что как только он выйдет, на него сразу набросятся и убьют. Ну, если не хуже. Да. Ну и у Эша вообще какие-то такие странные суицидные наклонности. Если глубже вдаваться в их историю с Исааком, то Исаак спас Эша от смерти, то есть он его обратил, когда нашел его умирающего, как я понимаю, то ли дома, то ли еще где. Я просто очень плохо помню эту историю, не помню, что с чем связано.
И что, какая была последовательность? В эту историю мы опять же погрузимся тогда, когда будет русский перевод. То есть в патче 9.4, который мы будем проходить сразу после того, как я допройду Антитрибу и Final Nights. Потому что три игры про вампиров мой ноутбук точно не потянет. А, может, я могу тебе помочь? Тебя Айзек послал? Нет? Ну тогда какого хрена ты мне помогаешь? Ну, хочешь помочь. Сейчас, где этот ответ, который я так люблю? А, вот он. Деньги, я знаю, они у тебя есть. А, да, хорошо, я тебе заплачу, только как ты собираешься мне помочь? А, помочь? Помочь. Помочь. Я найду человека, который будет похож на тебя. Вы просто поменяйтесь одеждой. Звучит как идиотский план, но если ты кого-нибудь найдешь, приходи. Удачи. Окей, я поищу. Давайте сохранимся. Потому что я не знаю, как у нас пойдет дело с этим самым чуваком, который там внизу стоит. К сожалению, он там один. Я понимаю, если бы там было 5 людей, похожих на Эша. Моя фантазия не знает границ. Ничего интересного. А вот бы пакетик крови здесь был. Ха. Уж простите меня. Мне всегда было интересно, как это дело устроено. Блин, прикольная вещь. Но не, она не похожа на танцовщицу в клубе. А я бы такое, ну, не одела бы. Будь я на ее месте. Окей. Музычка здесь так-то стрёмненькая. И вот этот чел. Привет, чувак. Честно говоря, я не записывала код фраз, которые я должна говорить. Поэтому экспромт. Честно говоря, я так-то не помню, что мы там ему говорим. Я так и не поняла, он согласился или нет. Он согласился. Окей, идем наверх. Да, я нашла того чувака. Иди в туалет. Там поменяйтесь с ним одеждой. 150. Мало. Под такую жалобную музыку его убили. И слинял, главное, сразу же. Перепугались бедненькие, а как здесь проходят? Блин. Пути к отступлению мне все перекрыли. Да уберитесь вы все, ё-моё! Фу, кошмар. Перекрыли тут все. Опять же, повторюсь. Пойдем в канализацию, мы, скорее всего, либо в антитрибу. Я не помню, мы, по-моему, в антитрибу уже разбирались с Эшем. Ну, если не разбирались, значит, пойдем в канализацию. Либо в патче 9.4, опять же, я буду все это выполнять, потому что само по себе прохождение патча 9.4 будет достаточно скучным. Потому что нововведений там не так много. Там появился двор в музее. Что еще? Как я понимаю, там уже умудрились открыть пирс. Но в этом я не уверена, я его на самом деле сама еще не видела.
То есть это будем смотреть уже вместе. Для меня это все, честно говоря, тоже будет в новинку. Буду его ставить, почитаю конкретно, что там новенькое появилось. Ну и все, собственно говоря. Так, ну сейчас нам есть смысл уже продолжить выполнять квесты сюжетные. Идем к Джонни. Отлично, я забрела. О. 725. О, блин. Что-то даже как-то все равно не по себе идти туда. Там столько тонгов. Да знаю, что никому нельзя. Все, отстань от меня. Я такая, блин, модная, мне можно везде. Погоди. А я могу здесь танцевать? Нет, не могу. А я хочу. Хрень ты какую-то крутишь. Привет. И я разве тебя знаю? Мне нужен Джонни. Где он? Джонни наверху. Но... Ну, короче... Не хочет он нас видеть. Ну, не только нас, а вообще кого-либо. Ясно, он нас не пустит. Как я понимаю, нужно убеждение, а еще человечность. Окей. Много потратила. Сейчас посмотрим. Мне вот интересно, вот если я человечность до нуля доведу, что будет? Ой, я чувствую, она тут беситься будет еще как. Блин, кто бы мне сказал, что из них убеждение? По-моему, вот это. Вот теперь пустил. Соси, ясно? Ха! Сохранимся здесь. Это черт его знает, что от него можно ожидать в этом моде. Хотя... Они меня так и не удивили. Каждый раз говорю о том, что мало ли что тут может произойти. И каждый раз ничего не происходит. Просто красавица. Ты как-то очень подозрительно похож на чувака, который был внизу. В общем, я знаю то, что мой друг Барабус у тебя. Ну ты либо мне помогаешь, либо умираешь. Ну и... Короче, вся вот эта веселая компания работает на Минг Жао. И это можно узнать из компьютера, который стоит... Да, заткнись. Компьютера, который стоит в Синдикат Фу. Сдохни, Джонни. Тебе нужно было убить его, чтобы выжить. Это у вас типа такой закон и все такое. И зная то, что я отслеживаю твою температуру тела. Это комнатная температура. Кто ты? Он не скажет нам свое имя, но ты можешь называть меня мистер Мандарин. Ну и если ты хочешь увидеть своего друга, то настоятельно рекомендую прийти в Фу Синдикат.
Ну, держись. Я без своего друга никуда не уйду. Без лишних свидетелей. Как инвентарь полон? Это чем это интересно, он у меня там полон? Вот все, свалили. Ха! Лошашки. Ну и сейчас, наверное, пойдем уже сразу в этот синдикат. Тот, что фу. Господи, мне показалось, там за мной кто-то гонится уже. Так, не туда забрела. Вот он, синдикат фу. Фу, синдикат. Ну, иди ты с дороги. А он чувачок, который на нас гнал. Которого я, собственно говоря, пришла им закусить. Он что-то нам сказал, я ничего не поняла. И все. Но все равно им закусила. Так, чувак, освобождай телефон, он мне пригодится в ближайшее время. Какой послушный, а? Смотрите-ка. Ой, я надеюсь, то, что здесь они хотя бы ничего не придумали. Хотя, с другой стороны, могли бы придумать. Усложнить жизнь игрокам. Я уже сразу слышу эти самые, которые... огнеметы. Мне кажется, ли здесь было какое-то... с чем-то можно было контактировать. Показалось. Сама себя здесь закрыла, называется. Дай мне выйти. В общем, для того, чтобы увидеть своего друга, который еще жив, нужно пройти вот те двери. Нет, приведи его сюда. Объект отказывается переходить в следующую комнату. Возможно, это какие-то их инстинкты. В общем, тебе нечего бояться. Проходи. Нет, не пойду. Нет. Я не пойду. Ну ладно, ладно. Я тебя еще доберусь. А выйти я могу. А код от двери? Если я вдруг подберу. Но я не знаю, куда от двери. А нет, я могу ввести код, если я захочу. То есть, в принципе, можно, например, там на каком-нибудь сайте посмотреть код от двери, открыть и пройти так. И избавиться от мандарина, не проходя вот эти все комнаты. Надо бы, кстати, проверить эту теорию. I am told you are a rather resourceful individual. This should make you a most intriguing specimen. You and your kind may play mortals for weaklings and fools, and that may be fitting for some. But you underestimate me. Ну и? Ладно, я вернусь на платформу. Объект девушка. На вид лет 20. Настоящий возраст неизвестен. Ну и комната на 97% заполнена СО, угарным газом. Дыхание невозможно, но при этом объект жив. Значит, он клинически мертв. Я знаю, что я сейчас бессмыслицу сказал. Ну и привет, я хочу провести над тобой тест. Хочу понять, как бы вас убить.
Ну и следующий эксперимент. Это очень яркий свет. Ну и этот свет никак нас не травмирует. Ну и объект не испытывает никакого дискомфорта. UV radiation does not produce the desired effect. Please, move on. Проходи в следующую комнату. Сохранимся. Как она удачно-то. В какой позе-то я сохранение включила. Ха! Смотрите-ка, вообще лазер не задело. Профит вообще. Давай. Если у нас что-нибудь ненужное. Ну ладно, давайте этой. Давай, приезжай. Ай! You've shown great resilience so far. Let's see how you do against some live targets. Нету тут пушки. Ну ладно. Переходи в следующую комнату. Бла-бла-бла. Не, пушку. Does that hurt? Ну и... Он решил проверить мир, миф про Ван Хельсинга. Распятие. Да. Вот этот чувак. На самом деле, жалко его убивать. Он же нас не трогает. Но его надо убить. Ну и следующее, это... Команда снайперская. Только ее почему-то здесь не видно. Давайте сохранимся. Потому что я чувствую, здесь придется чит использовать. Не справлюсь я с ними. Пушки здесь уж больно жесткие стали. У меня-то пушечка говно. Так. Где перезаряд? Я уже забыла, все позабывала к черту. Блин, я так понимаю, этот отряд появится только тогда, когда я пройду полностью в эту комнату, да? Я просто вот так вот здесь на переходе стою, тогда дверь здесь точно не закроется. Вот так отойду, она уже закроется. Ага. По стеночке, по стеночке. Men are veteran mercenaries. The weapon modifications are my own design. Они меня не видят. What is it doing? А, хреновая пушка, блин. Ну ладно. Вот они специально как бы сделали этих чуваков подсвеченными. Блин. Почти. Ну вы видели, сколько они сносят за один удар. Это, короче, не вариант с ними тягаться. Моими старомодными методами. Ай, блин! А где твой чувак делся? Куда он, вернее, делся? Ну давай! Давай, открывай. Я готова.
use electricity to torture information out of their captives. Or will the Vulcans have to make something? Demonstrated considerable mental and physical acumen. And I'm quite perplexed how something that should be dead can display such strong survival skills. Let's begin the final test. Step into the next room. Да с удовольствием, давай, открывай. О. Андрюши на вас нет. Да, проверяйте огнетушитель, я пока покурю. Так курить мне нечем. Что-то она как-то это... пушку в воздухе так это... Тихо, отойдем подальше. Сохранимся, это никогда не мешало. Когда нам вообще мешало сохранение лишнее, а? Тикс. Как не могу выпрыгнуть? Могу. Где он, интересно, болтает? Не повезло ей, короче. Лекаемся, лекаемся. Все равно не вышло. Хоть их здесь всего двое. Ничего. Интересно, а что он здесь собирался со мной сделать? Покопаться в моих органах? Жаль, сюда пройти не могу. А здесь что, какие-то прям супер прочные стекла? Включи пушку. И где этот чувак? Где чувак? Куда он убежал? Сюда? Нет, здесь закрыто. Наверх? Вон он. Абсолютно бесполезен. Барабус! Ну здесь-то хоть его не изуродовали. О, они тоже тебя схватили? Какая-то жалкая кучка людей схватила Носферату. В общем, это позор. Ой, да ладно, ты это, не парься. Меня, видишь, тоже сцапали. Короче, нам надо выбираться отсюда. Подожди. Они тут, короче, нас исследовали. Нужно удалить... Вообще, ну, информацию о всех исследованиях. Вы чё, маскарад? Окей, надо бы. Anything on Kindred needs to get wiped. Anyone interferes, you leave them to me. Grr! If I tore the lungs out of everyone in this place, it still wouldn't feel like revenge. Какой ты злой. Let's go.
Я правда так и не поняла, кто из нас будет взламывать. Носферату. Ой, смотрите-ка, фиолетовый. Он такой какой-то непонятный цвет. Рук у него. Ай! Разбирайся с ним. Да, конкретно он там кого-то грохнул. А, вот она карточка. У того была. Ну чё, кто? Я или ты? Я? Ну ладно, ладно. Может, это потому, что у меня компьютер прокачан лучше, чем у него? Давай, разбирайся. Да ну ё-моё. Я-то думаю, что за странные звуки? Это он такие звуки издает. Когда дверь пытается выбить. Взломаешь? Нет. Ха! А здесь ничего интересного. Хорошая вещь, я хотела ее изначально купить, но перехотела. Так, тут мы были. До код. До код. Пароль. Сезам. Код 7337. SPCSX-дата. Не знаю. Аутопси. Все. Все файлы удалены. Все сделано, надо убираться. Окей, как только выберешься, позвони Гэри. Хорошо, и спасибо. Мощно на Носферату. Там сейчас сам со всеми разберется. Все, давай, выходим отсюда. Барабус, не беси меня. Стулья здесь приклеены, я смотрю. Все, пока. Больше не увидимся. Эх, барабус. Носферату такие милые. Даже несмотря на то, что они такие, ну, не как люди внешне. Они все равно очень милые. Тимицы тоже внешне не как люди. Но другое дело то, что это они сами с собой делают. Носферату милые. Тимицы тоже милые. Все они милые! Ой, это меня, наверное. С каких это пор вообще на телефон-автомат кто-то звонит? Да. Хотите сэкономить на международных звонках? В общем, вот твоя инфа, герой, за то, что спас его мальчика.
Давай рассказывай. В общем, ту же информацию, которую он продал принцу, он рассказал Джованни за некоторые их секреты. И они просто проявили больше инициативы. Что за Джованни? Ну, в общем, это одновременно и клан, и семья. Ну, некромантия, трупики там. И все такое, это все про них. Ну и анкарский саркофаг не единственный предмет их коллекции. Ну, в общем, понятно то, что они заинтересовались этим саркофагом, потому что там внутри трупик. Ну, вернее, вампир, находящийся в торпоре. Ну и что же это за Джованни? Ну и все, что он нам расскажет, только потому, что он уже получил награду и от принца, и от самих Джованни. Ну и, в общем, из музея Джованни, как я понимаю, вынесли саркофаг, и саркофаг, скорее всего, находится в их особняке. Совсем скоро там будет проходить ихняя типа вечеринка, и можно туда проникнуть и забрать саркофаг. Ну все, спасибо. Все, к черту. Я знаю, единственное, что нам пригодится в этом походе на Джованни, так это хорошие патроны. Поэтому мы едем в Санта-Монику к нашему любимому, милому другу Меркурию. Нет человека в этой игре вообще во всей лучше, чем Меркурио в плане оружия. У него всегда все есть. К тому же давно мы у него не были, а он нас просил зайти. Все они нас о чем-то просят. Надо будет, кстати, еще к Венере заглянуть, она должна нам деньги. Я так и буду после каждого квеста из нее вытряхивать все. Кстати, можно будет сейчас. А, ну ладно. Опа, бронежилет. А че это вдруг понижение человечности? Что-то я не поняла. Ну, взломала и взломала, чего особенного? Блин, жалко, что компьютер убрали. А, это я тут. Устрой, дестрой. Меркурио, привет. Ты бы хоть ковер бы сдал в химчистку. Попросил бы горничную там какую-нибудь или уборщицу постирать тебе диван. Поднял бы столик свой. Жаль, что у тебя здесь ничего нет. Ну ладно, Меркурио. Спас 15, да, меня интересует, показывай. Меня все интересует. Так, вот сравнить вот эти две штуки, ну да, вот это посильнее, конечно, будет. По пушечкам, вот это вообще просто, вообще ни о чем. Арбалет, нет, не хочу. Это помощнее будет, это не такая мощная. Но, в принципе, можно оставить обе. Просто вопрос о том... Так, по объему обоймы... Блин, вот была такая большая-большая УЗИшечка тоже. Нету. Ее что, убрали? Или, может, господи, переделали ее во что-то? Ну, давай свой спас. Хорошо. И, да, эту милашку. Я ее возьму.
У меня не останется денег на патрон. Но мы все равно их купим. Купим их много. И вот этих. Все. Спасибо. Мне нужны деньги, 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 деньги. О, я поняла. Нужно зайти к Терезе и Жанет. У них там был онлайн-банк, по-моему. Надо будет их взломать. Я надеюсь, Жанет на меня не обидится. Ну, за то, что я залезла в компьютер Терезы, она точно не обидится. И можно с ней немножечко того. И тогда она, скажем так, опьяненная моим персонажем, не заметит, что я копаюсь в ее компе. Ну, я надеюсь. Надежда умирает последней. Я так и знала, что такая долгая загрузка, потому что опять сохраняшка. Писуны есть, а если найду? Окей. Ну, можно, наверное, в клубе, в принципе, кого-нибудь... Ну да, там две девки, можно было бы кого-нибудь из них выпить. Глотнуть. Слегка. Блин, меня бесит политика этого мода снимать человечность за каждую мелкую провинность. Да, ясно. Так, сюда. Здесь я не пройду, здесь я тоже не пройду. Ну, давайте быстрее, а. Да ну, ё-моё, чего вы все по лестнице-то ходите? Бесите вы меня. Окей. Значит, не попью. Блин, я надеюсь, то, что Жанет реально будет не против, что я покопаюсь в компе. Сохранимся. Меня вот так убивает то, что она в ботинках, в гольфах и в юбочке. What the fuck? Ой. Угу, есть онлайн-банк. О боже. Да есть. Мало. Она после смерти оставила себя всего 200. А типа это потому, что я оставила ее, да? Поэтому я могу сейчас залезть. А, можно я это с тобой? Поиграть. А теперь я могу залезть в ее компьютер. О, детка, я заплатила тебе сексом. Нет, не могу. Ну ладно. Ну, еще раз удовлетворили бедную вампиршу. Ну и на самом деле, времечко-то наше уже вышло. Я думала, мы сейчас еще до Скайлайна добежать успеем, но уже не успеем. Увы. Ну, я, наверное, сейчас вас не будет. Пробегусь, посмотрю, что еще можно тут взломать. Ну а пока на этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.